După 4 ani de așteptări, proiectul transfrontalier dintre municipiile Botoșani și Bălți va fi totuși implementat. Autoritățile anunță că vor mări contribuția locală pentru a face față scumpirilor materialelor de construcție, motiv pentru care mulți agenți economici nici nu participau la licitații. Astfel, primăria ar urma să aloce până la 500 de mii de euro. Мы проголосовали за данный проект. Будем надеяться, что он в ближайшее время будет реализован. Почему только сейчас данный проект начал действительно реализовываться и действительно его уже хотят осуществить? Почему это не сделали ранее? Ведь раньше с нашей стороны мы должны были заплатить порядка 5-6%, а на сегодняшний день, в связи с тем, что выросли стройматериалы и происходят те события, которые происходят, стоимость проекта с нашей стороны выросла там на 500 тысяч евро практически. Для нашего бюджета это огромнейшая сумма. Proiectul Eminescu Cultură Urută în zona transfrontalieră Bălți-Botoșani presupune promovarea culturii românești, dar și modernizarea infrastructurii. Parcul central din Bălți și strada Independenței vor fi reparate și amenajate. Inițial, proiectul valora 1,6 milioane de euro, dintre care peste 800 de mii de euro pentru municipiul Bălți. Acum bugetul urmează să fie ajustat. Камера наблюдения – это очень хорошая идея, и было бы очень неплохо поставить здесь парки, чтобы оградить этот парк от вандалов. Это вообще катастрофа. Лестницу это что-то с чем-то. Лестницу обязательно надо отремонтировать. Ну, здесь все требует ремонта. Нужно поменять брусчатку, в конце концов. Нужен, конечно, ремонт. Было бы интересно, если дождь, то можно было спрятаться где-то. În cadrul proiectului va fi deschis un centru de informare turistică în incinta Pinacotecii Antioch-Cantemir. Totodată va fi creat un centru educațional, cultural și de cercetare a patrimoniului literal universal în incinta liceului Mihai Eminescu. Acesta va consta în amenajarea sălii de festivități, amenajarea galeriei de artă și a sălii de lectură. Уточните эти цифры для какие сегодня есть на рынке цифры, по этим цифрам начать строить. Есть победитель, у нас есть победитель, есть в Батышанах победитель, где мы зеркально начинаем двигаться. На сегодняшний день он гораздо дороже стоит, поэтому там будут выделены средства из кредита, где будут добавлены деньги к этому европейскому проекту. Это из муниципального бюджета? Из муниципального бюджета, да. Примерно, может быть, какого порядка эти суммы, которые надо будет? Я думаю, что будет больше 5 миллионов лей. Proiectul Eminescu, o cultură, o rută în zona transfrontalieră Bălți-Botoșani, a fost obținut încă în anul 2019, dar nu a putut fi implementat în mare parte din cauza pandemiei de COVID-19.